Так, вот здесь у нас уже есть одна буква. Буква Си. Нам нужна R. А вот у нас R перевернутая. Так, читаем, что дальше у нас. Так, съезжайте на пятой точке по покатой, покатой крыше. Не доехав до конца пару метров, прыгните направо, уцепившись за водосточную трубу. С самого ее низа прыгните налево и уцепитесь за лестницу. Спуститесь вниз сквозь решетчатый пол. Внизу будет очередная круглая штуковина. Так, то есть надо спуститься, вон, а ну вон там провода вниз желтые идут. Цепляемся. То есть нам, наверное, наверх надо по сюжету. Мы спускаемся вниз. Да, здесь у нас сфера. Какие-то аудиозаписи. Ну, просто устрашающая музыка. Там у нас кто-то марширует. А, ну это этим идут, так скажем, не парализованные, управляемые. Будем называть их управляемыми. Так, следующее, где у нас секрет. Ситуация, где вам нужно управлять батискафом, подведите вниз. Хорошо. Так, здесь, видимо, надо разбежаться. Или просто перелезть. Надо просто перелезть. Так, печально. Лампочки, наверное, загорятся. Нет. Не работают. Так, все маршируют куда-то. А мы сейчас, наверное... А, нет, к ним мы не пойдем. Я не знаю, что, как их поработили. То есть, ну, они совсем как бы живые, но не живые. Либо они все без мозгов. Из них выкачали все мозги. Не знаю. Ибо у них где-то там паразит под кожей. Либо в мозгу. Как-то же ими управляют. Так, это надо переставить, да? Может, лучше выключить? Ну его нафиг. Так, ну здесь какие-то провода идут. Либо это просто пружина, либо колючая проволока. Так, хорошо, наверняка надо в лифт. По-любому придется включать электричество. Успеем. А, понятно, что это за проволоки. Все понятно. Этих просто поймали. Здесь, соответственно, потяни. Вот там, я думал, открыто будет. Оно не открыто. Надо еще поднять. А, так надо сначала поднять. А потом уже все это включать. Я думал, сам лифт откроется. Надо сначала было открыть. Потом уже включать. Хорошо, кто знал, кто знал.
принципе, несложно. Останавливается прямо сам в тени. Все хорошо. Так, что у нас слева? Нет, туда не запрыгнуть. Так, ладно. Сломается, да? А может сломаться? Не может. Так, там управляемые до сих пор идут куда-то. То есть кто-то их взывает куда-то. Какую роль они вообще играют? Давай поднимайся. Так, понятно. Так, разве это прокатится? То есть они не... Сенсоры не определяют у нас на наличие мозгов или чего-то там. То есть мы, в принципе, просто притворяемся такими же и все. То есть сенсоры просто определяют повадки, что ли, человек. Странно. Плохой механизм. А там подпрыгнуть надо. То вот сейчас будем прыгать. А вот эти вроде уже нормальные. Какие-то больше военные, не ученые. Так, понятно, мы, короче, проходим тест. Почему только за мной следят? Очень синхронно. У меня все получается. Я могу притворяться зомби. Вот сейчас немножко было не в тему. Ну ладно, у нас есть поблажка. Нам многое прощают. Вообще не надо так маршировать. Слишком палишься. Так, а вот пес может нас палить. Хотя его держит. Серьезно? Серьезно? Так, ну хорошо, сохранение должно быть здесь. Да, сохранение уже здесь. Это хорошо. Долго не придется бродить. Так, то есть надо было бежать. А куда бежать надо было? Вперед. Пока его отстегивают, да, мы убегаем. Так, хорошо. А, он... Ты отстань. А что делать? Спрыгнет тоже. А, серьезно? Можно еще увернуться от нее? Так, я думал, что-то с теми... Надо бы выпускай меня сожрут. Дотянешься? Нет. Прыгай. Прыгай за мной. Ладно, не прыгает. Интересно, у них тут лифт. Инновации такие. Просто подключаешь голову. И тебя переносит. Так, куда это? Дальше.
Так, понятно. Поспешил. Что там внизу? Провода. Так, здесь нам, наверное, надо остановиться, нет? Не надо. А, здесь, наверное, надо вот так вот сделать. Должен сбегать, что-то там сделать, да? Нет? Вроде нет. Так, ну если мы отсоединимся... Мы, в принципе, можем вот так еще управлять им. Наверх он не запрыгивается. А, запрыгнул. А зачем? Вряд ли он то... Или он тоже должен подключиться? Ничего себе. Так, вот это интересно. То есть они также могут подключиться, мы можем управлять тем, а тот управляет этим. Прекрасно. Только что нам это дает? По-моему, нам это ничего не дает. Зачем это было сделано? А, здесь надо наверх встать. Я думал, что-то снизу сделать, а надо наверх встать. Так, а теперь опасно. Если я сейчас нажму вниз, мы отсоединимся и тем, и тем. Ну, да. Я так и предполагал. Но надеялся, что отцепится только тот. Так, хорошо. Тогда все понятно. С этим по-любому мы залезаем сюда. Этим мы должны... Вот сюда встать, запрыгнуть, отсоединиться, подсоединиться. Все довольно-таки просто. Там лестница такая круговая, прикольная. Ну, снизу какой-то пустырь. И, по-моему, там просто какие-то шины. Так, здесь что за испытание? Это произойдет, да? Так, куда-то ломанулись. Скорее всего, мы должны спрыгнуть вниз. Берем чуть-чуть левее. Она не успела закрыться. Нажимаю вниз. Так, кассеты какие-то. Так, секрет, по-моему, где-то еще не здесь. Так, а нам налево нельзя. Что-то, видимо, все-таки под водой надо будет делать. Мне очень хочется задохнуться. Так, вот там есть что-то. Что-то можно потянуть.
хорошо, у нас есть некий плод. Влево, я думаю, смысла нету. Тянем его вправо. Так, а нам нужен какой-то батискаф для следующего секрета. Видимо, где-то сейчас здесь и найдем что-нибудь. Там какой-то пустырь непонятный. Так, тесты. Так-то мы воду спустили. А это мы, наверное, воду поднимем. Не надо. А, или надо. Уж плавать все равно можем. Так, люк. А что справа у нас было? А там у нас веревка, это цепь. Так, хорошо, значит, нам надо спуститься, видимо, опять вниз. Включить там. И вода поднимется еще выше. А нет, она опускается. Так, значит, что-то не то. Здесь закрывается. Так, вниз уже плыть, наверное, смысла нет. Или есть. Мы не успеем. И кнопку нажать, и выплыть сюда, забраться. Максимум, что мы отсюда, наверное, можем. Нет, отсюда мы тоже ничего не сможем. Так, пока непонятно, как правильно нажимать. Если я здесь нажму кнопку, то все уже. Дверь закроется. Если я нажму эту кнопку, туда я тоже не успею. А дверь тоже закроется. А, все, кажется, я понял. Надо нажать кнопку и плыть сюда. Хорошо. Здесь, по идее, должна быть еще какая-нибудь кнопка. Нет, просто ящик. Просто ящик, на котором мы, видимо, будем плыть. Что там светит-то? Что-то там то освещают, то не освещают. Это какой-то ангар. Так, ну это нам надо, наверное, здесь. Прям здесь оставить. Кто-то ж это все строил. Ну, кроме разработчиков. Поезд какой-то. Если углубляться в суть игры, то кто-то все это строил. Для каких-то целей своих. Так, есть тень. А что здесь у нас есть тень? Надо просто вниз нажимать. А я пытался нажимать вниз, налево, вверх, направо.
имитировать как правильно так сказать, крутение. Ладно, успеем. Ну, действительно, как так дотягивается. Куда-то их прям пачками перевозят. Наверное, сюда и надо было. Опять метро какое-то. Но на метро не очень-то похоже. Там собаки опять. Хотя рельсы есть. Значит, все-таки метро. Но слишком широкое какое-то. Побежал. Со спины еще прибегут. Так, ну здесь вроде ничего снизу нету. Интересно, конечно, было посмотреть получше. Просто трубы и как бы все. Ладно, здесь делать нечего. Так, здесь где-то будет песик, да? А, пошел ты. Серьезно? Точно, собаки еще умеют плавать. А если я вниз нырнул? Каким-то таким образом надо ее утопить. Она прыгает за мной. Вниз она не прыгает. То есть надо ее откатить сюда. Она устанет. Все, теперь мы спокойно выплывем и успеем убежать. Собака почему-то плавает медленнее, чем человек. В принципе, да, если по-собачьи, то да. Да... Чего вас только... Собьют, да? Давай быстрей. Так, ладно, мы не успеем. Видимо, здесь сделано не на один раз. Вот у вас же должен быть этот коллективный разум. Один остается справа, другой... А, вот один побежал. Не успеем. А, они меня роняют. Поэтому желательно вот в этот момент, наверное. И так их тоже не обмануть. А спрыгнуть я могу? Могу только отпрыгнуть. А так уже плохо. Не успею по-любому. Сожрут. Короче, вот в этот момент надо прыгать. Вот, вот так вот. Тогда более-менее все хорошо.
Они запоминают, что я слева. И сим наверху. Вот, теперь прыгаем. И теперь у нас есть время. Так, так, видимо, надо сделать еще разок. Здесь не спрыгиваем. Ждем. В конце они все-таки сетку эту повалят. По-любому. Да, они... А, вот я только хотел подумать, что они вроде как могут залезть. Но хотели бы залезли. Значит, не хотят.